Шутка, которая называется «Диалог у телевизора». Ой, Вань, и гляди, какие клоуны! Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего, Вань, размалеванный, а голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пень. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правда, Вань. Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана прокурина. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла б, Зин? В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь, да? Ну, я один. Подвинься, Зин. Ой, Вань, гляди, какие карлики. Джерси одеты, не вшивьет. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая рвань, и пьют всегда в такую рань такую дрянь. Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру да на свои. А у тебя самой-то, Зин, приятель был с завода шин, да кто-то вообще хлебал бензин. Ты вспомни, Зин. Ой, Вань, глядитесь, попугайчики. Нет, я ей бог закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, опять отстань, обидно, Вань. Уж ты б, Зин, лучше помолчал бы. Накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, да? Да я же их читал. К тому же и эту майку, Зин, тебе напяль позор один. Тебе шитья пойдет, аршин. Где деньги, Зин? Ой, Вань, умру от акробатика. Смотри, как вертится нахал. Завцеха наш товарищ Сатиков недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, или вон кричишь, когда не пьян. Ты что, Иван? Ты, сильно грубость нарываешься, все сильно обидеть и норовишь. Тут за день так накуркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья ведь я ж, Зин, не пью один.